Добрый день, друзья! Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Этот день придумали, чтобы обратить внимание на уникальное животное, без которого трудно представить нашу планету. Без тигра. К сожалению, в дикой природе тигров осталось очень мало, и их число продолжает постоянно сокращаться. Эти полосатые хищники находятся под угрозой исчезновения. Они занесены в Красную книгу и охраняются государством. Непростая судьба тигров – это повод задуматься о сохранении родной природы. Тигры в Нижегородском крае не живут. И, казалось бы, мы не имеем никакого отношения к этим животным и ничем не способны им помочь. Нет, это не так. Для охраны животных в нашей стране делается многое. Принят закон об охране животного мира. Создаются заповедники и зоопарки. Оберегая одних, люди часто помогают другим. Научиться бережно относиться к природе под силу всем. Сохранять свой город чистым и красивым. Не засорять водоемы и леса бытовыми отходами. Научиться любить и беречь все живое. Предлагаем вам сделать полезную, нужную и оригинальную подделку, подставку для школьных принадлежностей в виде тигра. Из того, что часто просто выбрасывается, как ненужный мусор. Отметим праздник и вступим в поддержку этого полосатого хищника.